Полиция ищет хулигана, ударившего женщину на центральном рынке Кустаная. Правоохранители через СМИ распространяют ролик, которым засветился мужчина, подозреваемый в совершении преступления. Неизвестный без причины из хулиганских побуждений нанес телесные повреждения 34-летней женщине. Сотрудники Северного отдела УВД Кустаная разыскивают подозреваемого в розовой футболке и просят всех, кто располагает какой-либо информацией, сообщить об этом по телефону 102.